Сэр, несколько слов о вашей собачьей жизни. Идиотизм полный. Очень холодно. На башка мокрая. Сейчас простужусь. Ну, книжка... Что здесь я включила? Предсказуемо. То есть ты всем рекомендуешь? Скажи автора, название, Лена. Я всем рекомендую почитать вот это вот. Автор названия не буду. Я рекламу не снимаю. Ты такая непродвинутая тёлка, да? Я непродвинутая тёлка. Вообще, кто сказал, что я тёлка? Вокал, сейчас он тебя обидел. Рыжий тёлочь мой. Всё, я обиделась. Это наша охрана. Это наша охрана. Мама, папа, Яна, дружная семья. Смотрите, какой Игорь есть значочек, смотрите. Это уже эксклюзив. Да. А еще уже не для съемок. А еще он играет на гитаре и поет песню Розенбаума. Знаете, как поет? За деньги. Да, за очень большие. Он вообще круче, чем вообще звезды на нем. Позор. Я говорю, да ладно, так все здорово. Я говорю, хорошо, вы не слышите. Это позор. Все, поем на английском. Сейчас можно уже... Свен, блядь, мультитреки сделать. Да, репетировать. Сейчас, дай 2 минуты, сейчас. Давай. Не, ну это просто, ладно, для телевидения, может, они уберут эту фанеру. Но для зала все поймут, что это просто фанера. На самом деле, меня бесит то, что польские люди попросили, чтобы мы спели на русском языке, я зажила с ума. Но так как у нас нет даже мультитреков, они просто нас испарились из жизни. Там просто конкретные такие фанерные вставки, когда нам по 15 лет, там, мне нужна она! И мы такие, знаешь, живые, выросли, блин, поем другие песни, и мы просто просили спеть. Главное, уже другим голосом, что самое интересное. Мы попрощались. Полпесни поем так, а потом получается, что полпесни 15-летним. Ну, это якобы было их условие, чтобы моя зашла с ума, спели на русском, но в итоге голос мешает. Скажи ей, значит, чтобы она вот здесь можно типа что-то такого начеса, здесь такие, то есть можно что-нибудь сделать такое прям вот конкретно неровное, агрессивное такое. Чтобы вот, не было ровно, только так. Я буду себе лениться. Буду ходить на сцену в лениться. Да, я вам спать. Пойдем, сам. Все, пойдем. Да, все, давай еще выходим, господа. Thank you.
Оль, еще один раз, дай птицы. Выходит сейчас туда. Три песни. All three songs, right? Кидай прям на пол, и все. Не надо ничего помогать, просто на пол прям кинь в сторону, и все. Все, у меня шесть, у меня четверка. Нет, у меня пять, стало. Шесть. У меня шесть. У тебя пять с половиной. Погнали, мы готовы. Но это все будет на трепе с паузы вообще.